Всем привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет отчетное видео, раскрашенное за февраль месяц, потому что он уже подошел к концу, и больше я уже ничего раскрасить такого не успею. Вот поэтому здесь у меня две стопочки. Это у меня, как вы уже поняли, по номерам. А вот эти уже такие вот полноценные раскраски с фломастерами, карандашами, акварелью и так далее. Поэтому давайте начну все-таки с этой стопочки, а уже в конце, кому будет интересно, посмотрите, что я раскрасила по номерам. Итак, я раскрашивала в медитативной акварели мандалу цветными ручками, перламутровыми и неоновыми. Вот такая у меня мандала получилась. Следующая раскраска. Эти забавные фламинго мы раскрашиваем вместе с Вероникой с канала Рони Арт. И здесь у нас получились вот такие вот фламинго. Здесь у меня фломастеры Штедлер, Кариока Пастель и цветная гель-ручка, вот такая вот металлик. И еще вот такие вот фламинго. И здесь у меня просто фломастер от Кариока Пастель. Следующая вот эту раскраску я раскрашивала. Вот такой вот у меня ангелок получился. Здесь у меня акварельные краски, гуашевые краски и сверху гуаши, акварель, акрил вот такой вот золотистый. И еще вот здесь у меня металлики, не знаю, видно, не видно. Вот, вот так вот будет видно. Вот такой вот у меня ангелочек вышел. И вот этот отпечаток Златы, она решила расписаться за меня своей лапой. Да, так что вот такой вот прикольный ангелок получился. Следующая раскраска «Рассветный час» Ханны Карлсон. Здесь у меня выполнено пару работ. Вот такое вот сердце. Ну, как что День Святого Валентина, и поэтому не удивляйтесь, что у меня тут столько таких работ сделано. В общем, у меня здесь раскрашено акварельными карандашами Кофе Норман Делуз. Также я дорабатывала вот эти вот полосочки, я делала. Как будто бы камень вот здесь вот. Дальше просто обычными карандашами какими-то, уже не помню какие. Мне кажется, призмами я здесь раскрашивала. Да, возможно, призмами, кстати говоря. Да, и фон у меня здесь пастельная гуашь и просто обычная гуашь добавляла, и такие блестящие. Получилось вроде бы неплохо. Следующая у меня вот такая вот девушка. Она мне получилась, мне понравилась, как, если честно, потому что у меня с девушками, с портретами большая проблема. Вот, и это у меня цыганка Аза. Раскрашивала я это на работе, а фон уже добавляла и все, дорабатывала я уже дома. Вообще у меня с лицами всегда большие проблемы, но в этот раз мне прям понравилось, как у меня вышло. Так что не знаю, буду еще дальше пробовать. Также у меня тут, видите, блестит. Здесь у меня и карандаши, и акварель. Так, ну и следующее, что-то я уже не помню, что у меня там. А, точно. Вот такие вот у меня ключики вышли. Ключики у меня раскрашены карандашами. А фон у меня раскрашен акварелью обычной, и губкой здесь добавляла вот эти вот акриловые блестки. Вот, перламутровые. В принципе, тоже неплохо вышло. Ханна Карлсон, полуночный маскарад. Здесь у меня тоже, видите, Злата отпечаток свой оставила. Молодец. Ну, ничего страшного. Так, не помню, показывала, но это я давно уже раскрасила. Так, и здесь у меня, так, подальше, вот она здесь, эта девочка. Я раскрашивала это на день рождения Вероникиной дочки. Было тоже как раз 14 февраля.
Вот, и поэтому я решила вот так вот и поздравить. Я не знаю, почему вот так вот мне захотелось. Вот, это у меня и карандаши, и ручки, и вот эти вот у меня водорастворимая как раз вот пастель. В таких вот у меня оттенках вышла. В красных и в зеленых. И, возможно, вы заметите, у меня почему-то в последнее время вот именно зеленые и красные оттенки на первом месте. Видимо, уже хочется, чтобы побольше было таких вот красок. Неожиданно для себя затронула Джану Бесфорд «Мир цветов». И здесь у меня вот такой вот разворот, который я выполнила карандашами Кохинор Мандулу с размытием и дорабатывала гелевыми ручками цветными. Сейчас вам вот такие вот сначала покажу цветочки. А, ну еще у меня рамочка фломастерами выполнена. Вот так вот все красиво у меня блестит. Вот, к сожалению... А, нет, вроде бы помещается. Не знаю, мне прям понравилось, как получилось, и давно я такие вот масштабные картинки не делала. И, наверное, моя самая любимая работа – это в раскраске Fairy Tales. Здесь у меня, так, сначала тогда вот это покажу работу. Вот такие вот у меня часики получились. Фон у меня не получился. Я хотела немножко другое сделать, но вышло вот так вот. Здесь у меня акварель. Белые ночи и просто доработка с карандашами. Вот, ну еще немножко у меня ручки с блестками. Да, так что буду я практиковаться немножко над фоном, но в общем он мне не получился. И моя любимая работа это вот такое сердце. Выполнила я его полностью акварельными красками. Вот такое вот. И дорабатывала немножко белой гелевой ручкой. Ну и, в принципе, все на этом. В смысле, из материалов. Карандашами я здесь не пользовалась. Вот, вам получше просто рассмотреть. Прям, ну, очень ярко. Несмотря на то, что фон мрачноватый, все равно это вышло очень так красиво. Ну а теперь я вам хочу показать свои работы в раскрасках по номерам. И давайте начнем с вот этой маленькой. Буду идти по стикерам. Вот такая вот у меня фея. Раскрашивала здесь брутфунерами. Ой, не фея, а... А, ну да, в принципе, фея. Так. Так, это я уже показывала, ну ладно. Еще раз покажу. И вот такой вот лес. Здесь у меня и карандашами, и фломастерами Штедлер. Конечно, понимаю, что цвета тут не совсем соответствуют палитре, но меня, в принципе, устроило. Следующее это Meditation Color by Numbers. Вот такая вот у меня картинка. Приятная. Пальмы, крабы, море, пляж. Это круто. Раскрашивала я в погоду, когда у нас было минус 30 по ощущению, минус 40, либо минус 20 по ощущению, минус 40. В общем, было очень холодно и захотелось вот переместиться в такое вот теплое место хотя бы вот на 2 дня. Так что я была мысленно вот здесь. И последняя моя раскрашенная иллюстрация, это в этой книжке. Это вот такая вот бабочка. Я сначала думала, что это какая-то улитка, а потом оказалось, что все-таки бабочка. И я здесь раскрашивала фломастерами вроде бы Штедлер. Такая вот палитра интересная. И я не помню, показывала ли я вам вот этих рыбок. Не помню, правда. Мне кажется, показывала. Это я так понимаю, в январе раскрашивала. В общем, вот такие вот у меня дела. Раскраска у меня потихоньку заполняется. И еще немножко, и хочу вам снять все мои раскрашенные работы в раскрасках по номерам.
Я надеюсь, что вам будет интересно, точно так же, как я показываю просто раскраски вам, раскрашенные. Поэтому, если можно, напишите, пожалуйста, тоже в комментариях, будет ли вам такое видео интересно. Вот, я тогда почитаю. Ну и всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в новом видео. Всем пока-пока.